Всем привет, я Юлия Андреева с прогнозом погоды на четверг, 18 марта. Спонсор прогноза погоды – торговая марка «Чудо-хлеб». Здесь волею Екатерины основан Черноморский флот, и славу подвигов былинных продолжил русский наш народ. Через столетия лихих событий он, как и прежде, крепок и един. И как девиз живут слова в граните: Екатерина, Севастополь, Крым. Хлеб екатерининский. История России в хлебе. От Кирово-Чепецкого хлебокомбината. В четверг нашу область ожидает пасмурная, снежная погода и небольшой минус. В Яранске и Уржуме до минус 2, в Ядских Полянах минус 3, в Слободском 4 градуса мороза. В Кирове в четверг будет пасмурно, небольшой снег, днем ожидается минус 3, минус 2 градуса, ночью до минус 6. Ветер подует южный со скоростью до 3 метров в секунду, влажность воздуха составит 78%. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, магнитное поле будет спокойным. Световой день в этот четверг продлится ровно половину суток, 12 часов. Луна по-прежнему растущая. И на этом у меня все. Это был прогноз погоды на четверг, 18 марта. Пока-пока.